Цивилизации никому еще не удалось создать систему, которая перевоспитывала бы преступников, возвращала бы их к нормальной жизни. В Советском Союзе пытались решить эту проблему новыми методами. Одним из них стало создание небывалой по размерам системы исправительно-трудовых лагерей, откуда перевоспитывавшиеся преступники должны были выходить на свободу с чистой совестью. Выйдя на волю, эти люди попадали в совершенно новую среду, где расслоение общества стало слишком заметным. Для обитателей социального дна особенно привлекательно выглядит Москва. Город шокирующих контрастов, блестящий и манящий, полный соблазнов легкого и быстрого обогащения любыми средствами. января 1994 года жильцы дома номер 10 по 3 Фрунзенской улице были потрясены страшным убийством. В лифте был обнаружен труп молодой женщины Ирины Клименко, жительницы этого дома. Ей было нанесено 21 ножевое ранение. Женщина страшно кричала, но никто из жильцов ничего не слышал. Признаков изнасилования установлено не было. Да и вообще на месте преступления не было найдено ни одной улики, которая могла бы хоть чем-то помочь следствию. Заказное убийство? Убитая никакой коммерческой деятельностью не занималась, крупных долгов у нее не было. Убийство с целью ограбления также выглядело маловероятным. У убитой не могло быть больше 50 долларов. Вряд ли она стала бы сопротивляться грабителю, доведшему дело до роковой развязки. Не было на ней никаких ценных украшений, только шуба. Но она-то и осталась на месте. Убийство из ревности? Эта версия вскоре отпала сама собой. Я даже до сих пор в это не верю, что ее нет. Мне кажется, что это какой-то страшный, дурной сон. Что вот откроется дверь, зайдет моя Иришка и... Остановите, пожалуйста. И мой ребенок ее опознал, понимаете? Он побежал вниз, увидел, что лежит его мама, закричал: «Мама, мама!» Ну, так что для него удар, конечно, это будет очень сильный. Младший ее мертвую не видел. И первое время он мне говорил: ты знаешь, папа, у меня такое ощущение, что мама куда-то уехала. Уехала в какую-то командировку, что она скоро приедет. Он ее не видел, мертвый. Я его на кладбище не брал, чтобы они ее в гробу не видели. Но потом я с ними вот приезжаю на кладбище, там мы идем на могилу, вместе сидим там. Дети очень переживают. Первое время мне учительница младшего ребенка сказала: сидит на уроке, и потом вдруг слезы появляются, начинает плакать. Страшно.
Отсутствие видимых мотивов преступления насторожило следствие. Но невозможно было и предположить, как обернутся дальнейшие события. Шла первая неделя февраля, в конце которой новое преступление снова повергло в шок обитателей домов в районе Фрунзенской набережной. В лифте одного из подъездов тем же способом была убита молодая женщина, медицинская сестра. Убийца наносил своей жертве удары ножом, пока не наступила смерть. И опять никаких видимых попыток изнасилования или ограбления. Опять никто из жильцов не слышал призывов о помощи. Может быть, закрытые двери лифта заглушали крики и стоны жертвы? Или слышали, да не рискнули выйти из квартир? Не успело следствие толком начать дело о втором убийстве, как на следующий день в том же районе все повторилось. Убийство в лифте еще одной женщины. Страшные ножевые раны. Убийца мог предположить, что милиция уже приняла какие-то оперативные меры для его розыска. Но хладнокровие и расчетливость, с которыми он действовал, заставляли думать, что он либо слишком опытен, либо маньяк, которому просто везет. Московская милиция была поднята по тревоге. Ведь если действует маньяк, то за этими убийствами последуют новые. И как их предотвратить, когда нет никаких улик, даже кровавых следов, которые должны были бы остаться, когда убийца выходил из лифта? Следствие обратило внимание, что на всех убитых были шубы. Кровь жертв впитывалась в мех. Может быть, в этом и заключался расчет убийцы? Следующие дни сотрудники милиции провели в напряженных поисках в картотеках и архивах Петровки в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку в прошлом. В предчувствии новой трагедии, которую почти невозможно предотвратить, работники уголовного розыска спешно составляли условные фотороботы, опрашивая случайных людей, ровно ничего не могущих сказать толком. Поиск по фотороботам в этой ситуации оказался бесполезным. Был создан оперативный штаб. Главные магистрали и площади города были взяты под плотный контроль. Лучшие сыщики МУРа были брошены в юго-западный округ Москвы, где произошли первые три убийства. По характеру нанесенных ранений экспертиза определила, что преступник молод и высок ростом. Это было то немногое, чем реально располагалось следствие. В короткий срок было задержано свыше двух десятков подозрительных молодых людей. Но никто из них отношения к убийствам не имел. Поиск продолжался. Были задержаны еще десятки людей. Среди них 12 человек числились в федеральном розыске, но и они не имели никакого отношения к убийствам в лифтах. Проходил день за днем. Следствие ни на шаг не приблизилось к убийце. Может быть, убийца насытился кровью и успокоился? Или обнаружил сыщиков и затаился? Ровно неделю спустя в том же районе снова была убита женщина в лифте. Те же чудовищные ножевые ранения, тот же садизм. Правда, на этот раз при выходе из лифта убийца оставил следы крови своей жертвы. Значит, стал небрежен, уверился в своей безнаказанности. И это было еще опасней. Следующее убийство может последовать незамедлительно. После совершения, так сказать, вот этого четвертого убийства, когда уже, так сказать, все однозначно поняли, что эта серия будет... Не задержи преступника продолжалось очень долго, неизвестно сколько. В общем-то, люди оставались и на вторую, и на третью смену, и, в общем-то, некоторые не выходили отсюда, и штаб работал, можно сказать, круглосуточно.
Вот, и действительно, каждый видел потенциально, так сказать, в жертве и свою мать, потому что в данном случае одна была старушка 12-го года, и свою жену, потому что были молодые женщины, и свою сестру, и своих, может быть, детей, кто-то из старшего, я имею в виду, поколения. В общем-то, резонанс по Москве был большой, и, так сказать, даже некоторые женщины, я знаю, если, так сказать, не пол Москвы, то треть Москвы уж точно сняли шубы и боялись появляться, так сказать, на улице в этих шубах. Вчера, 14 февраля, 21:30, что вы все записываете, 14 февраля, 21:30. Еще одна деталь заставляла сыщиков торопиться. Преступник действовал с пугающей регулярностью. Одно убийство, неделя перерыва, два подряд, снова неделя перерыва и следующее убийство. Может быть, убийца приезжает в Москву, совершает преступление и уезжает до следующего раза? В подтверждение этой версии говорило и то, что у убитых пропадали сумочки с незначительными суммами денег, которые могли заинтересовать приезжего. Если он еще не уехал, следующее преступление он попытается совершить не сегодня, так завтра. Транспортная милиция ринулась с особой тщательностью проверять подозрительных приезжих, особенно лиц, проживающих в вагонах на запасных путях, которые использовались как ночные гостиницы. В таких вагонах паспортный контроль слабее, многим удается устроиться и без документов. Проверки в вагонах, гостиницах, на вокзалах, в других общественных местах проводились с особым шумом. Надеялись, что убийца насторожится, испугается и, по крайней мере, на этот раз остановится. Это был шанс хотя бы выиграть время. Но и этот поиск не дал результатов. Пользуясь неразберихой и под разными предлогами, жильцы таких вагонов старались не встречаться с милицией. Позже выяснилось, что именно в одной из таких гостиниц жил преступник, сумевший тогда избежать проверки. Параллельно с этими проверками была разработана операция «Шуба», в которой участвовало более 1000 сотрудников милиции. В доме 9, в 5-м подъезде, также будет располагаться группа захвата. Ее также будут прикрывать наши сотрудники. Никто не знал, когда и как может проявить себя преступник, а значит, и любые средства защиты могли оказаться недостаточными, особенно в первый момент. Риск был слишком велик, но иного выхода не оставалось. Операция «Шуба» началась. Одетые в шубы, сотрудницы милиции вышли на улицы под неусыпным присмотром сыщиков, опытных профессионалов наружного наблюдения. Женщины в шубах ездили в метро по Кировской, Серпуховской и Кольцевой линиям, прогуливались по улицам, останавливались у магазинов и обменных пунктов. Наташа, не оборачивайся. Спокойно. В метро не заходи, остановись, не оглядывайся. Так, он уходит. Сменяя друг друга, оперативные группы выходили на задание. Был момент, когда казалось, что преступник обнаружил себя. Зайди туда, мы проверим.
Через несколько часов после начала операции одна из групп наблюдения в районе станции метро «Фрунзенская» заметила молодого человека высокого роста, поведение которого показалось подозрительным. Держа руки в карманах, он вдруг устремился к подъезду дома, куда вошла женщина в шубе. Молодой человек был задержан, и у него нашли нож, похожий на тот, которым могли быть убиты женщины в лифтах. Казалось, сыщики сделали свое дело. Задержанный отрицал свою причастность к убийствам, но теперь слово было за экспертизой. Если бы на этом операция «Шуба» была завершена и наблюдение на улицах снято, последствия могли бы оказаться непредсказуемыми. Но экспертиза была проведена незамедлительно. Она показала, что найденный нож не тот, которым убивали. У нас получается, что представлены люди. Операция «Шуба» продолжалась уже почти сутки. Сознание того, что преступник в городе и может в любой момент совершить новое преступление, выводило порядком измотанных сыщиков из себя. Сколько можно бесконечно мотаться в бронежилете под шубой в роли потенциальной жертвы убийцы? Сколько еще спиной ощущать близость неведомой опасности? А если преступника вообще нет в Москве, все усилия напрасны? Прекратить поиски? Но ведь у потенциальной жертвы нет бронежилета. Прошло еще 2 часа. Стемнело. У станции метро «Университет» оперативники обратили внимание на странную нервозность молодого человека с сумкой. Он явно кого-то высматривал, теребя свою сумку, но так никого не дождавшись, вдруг увязался за женщиной в шубе, которая не обращала на него никакого внимания. Молодой человек проследовал за женщиной в шубе до трамвайной остановки. Вошел за ней в трамвай. Оперативники немедленно доложили в штаб. Последовала команда продолжать наблюдение. И в помощь была направлена дополнительная группа. Оперативники успели сесть в тот же вагон и в дороге заметили, как молодой человек что-то перебирает в сумке. Внезапно он сделал движение, как будто вытаскивал и убирал нож из чехла. Женщина вышла у Черемушкинского рынка. Молодой человек последовал за ней. Подозрения сыщиков усилились. Времени на раздумье не оставалось. Как приблизиться к нему, чтобы не спугнуть и не дать ему зайти следом за женщиной в подъезд? Ведь тогда будет уже поздно. В последний момент, очевидно обнаружив слежку, молодой человек вдруг свернул в сторону. Женщина так и не узнала, что смерть прошла совсем рядом. Впоследствии ее так и не смогли найти. Спокойно, милиция. Не дергаться. Спокойно. Спокойно! Все, в машину. Машину не дергаться. Зайди, зайди, зайди. Уйдите отсюда! До 16 лет Александр Чайка жил в городе Сумы на Украине. Там же совершил свое первое преступление. За участие в групповом изнасиловании он был арестован. Жертва осталась жива и опознала насильников. Чайка не испытывал раскаяния, но сделал вывод – свидетели не должны оставаться в живых.
Чайка не отбыл весь срок наказания. Когда он достиг совершеннолетия, его освободили, чтобы не отправлять в лагерь для взрослых преступников. Но было уже поздно. Колония для несовершеннолетних довершила образование Чайки. Ему не нужны были те скромные рабочие профессии, которые он там получил. Он уже знал, что зарабатывать на жизнь выгоднее другим способом. Свои первые деньги он заработал так. Здесь я встретил женщину около вон того ларька обменивали. Сейчас посмотрим. Да, пожалуйста. Я достал нож, сказал, чтобы она давала деньги. Она начала кричать, я ничего не видела. Какой рукой вы били? Правой. Второе положение. Заработок оказался не слишком велик, но для парня из украинской провинции это были большие деньги. И он продолжал зарабатывать тем же способом. В этот раз Чайка не собирался долго оставаться в Москве. Через два дня у него должна была состояться свадьба.